Привет подписчикам, зрителям моего канала NanoLife. И сегодня у нас 8 апреля 2016 года. Четвертый день посевной. Это первое видео сеялки мое. Сначала посевной я культивировал, первый день я не сеял. Потом была плохая погода, дождики. Вот сегодня продолжаем. Целый день я сею, уже засеял. Двадцать 7,5 гектар. Сею я сеялкой Хорш. Я в том году снимал про нее видеообзор. Если кому интересно, можете полазить там, посмотреть, в плейлистах есть. Сейчас на данный момент я еду заправляться зерном. Посевная началась не очень удачно у нас. Зима была плохая, много чего вымерзло. Поля сырые, все видно на видео вымочки. Мелиорация дренаж справляется, но все равно не так, как бы хотелось. Вот пятачок сейчас снимаю, его не сеял, вообще сырой, мокрый. Вода стоит, если видите. Не сунуться туда, в общем. Вот такие кусочки порой большие оставляю. Два раза уже трактор проваливался. В понедельник, во вторник сеялкой вытягивали. Сеем в этом году на тракторе John Deere 8310i. В том году на 84-м John Deere сеяли. Его уже в хозяйстве нет, продали. Заправляемся также, сеем один, заправляемся сами себя. Заправщик зерна у нас, загрузчик зерна Кейс 455. Можете про него посмотреть, тоже отдельный видеообзор я снял, именно про трактор. Ну и в том году также снимал небольшой обзор, делал на Кейс с этим прицепом загрузчиком Фарматекс. Погода была с утра солнечная, к вечеру начала хмариться. Передают в воскресенье, субботу дождик. Сеет у нас сейчас две сеялки. Одна навесная, я тоже про них приснимал небольшой видеообзорчик. Так, если кому интересно, можете там полазить, посмотреть ВКонтакте. Ой, ВКонтакте, в Ютубе. Она сейчас сеет бобы. Вот он Кейс. Вдали виднеется войсковое стрельбище Пугачева. Тоже есть про него видео там некоторые, когда я еще служил по контракту. Там снимал, выкладывал самые первые, когда еще канал только образовывался. Видите, можете на стекло посмотреть в процессе то, что буксы появляются, дороги сырые.
сделал все шнички. Идем заводить кейсы. Подъехать и начать загрузку.
Ha!